Уважаемые представители краевой администрации, Горэлектротранспорт требует к себе внимания. Всю жизнь бороться и не отступать. Мы стояли уже у Серого дома с пикетом. Это было, и мы требовали выплату зарплат. Пройти путь от рабочего до руководителя. Быть начальником службы пути и не владеть ненормативной лексикой, работая с путейцами, это невозможно просто. Сохранить красноярский электротранспорт даже в трудные времена. А на маршрут спешит трамвай, а на маршрут спешит трамвай. Красой улиц красноярских очарованный. Председатель первичной профсоюзной организации муниципального предприятия «Гортранс» Нина Михалева в программе Натальи Кечной «Дорогие мои земляки». В понедельник, 9 января, в 20:30 на ТВК.